Веселый клоун демонстрирует всем собравшимся неплохую физическую подготовку. Центр культуры поселка совхоза имени Ленина по случаю открытия спортивной площадки организовал для жителей увлекательное цирковое представление и аквагрим. Работа, сами видели, была долгая, скрупулезная. Да? Начинались, уже повторюсь, с обсуждения проектов, да, собирали пожелания. Вот. И должны были учесть в первую очередь само функциональное назначение. И мы ее расширили. Вот, добавили к существующей площадке тренажеры. Долгое время площадка была в непригодном состоянии, требовала капитального ремонта. Депутат Мария Гаевская вспоминает, как впервые увидела ее. Два года назад, когда я только начинала свой депутатский путь, это первое место, куда меня привели жители поселка совхоза имени Ленина, потому что площадка была в диком аварийном состоянии, резиновое покрытие было убито, да, были сломаны прутья, спортивных снарядах даже и мечтать было некуда тогда. Ну вот, поэтому то, что мы видим, это потрясающая, отличная работа, взаимодействие жителей с властью. Теперь жители могут играть в баскетбол, волейбол, футбол и заниматься на тренажерах. Первыми опробовали площадку воспитанники местного центра спорта. Играть нормально, удобно, как на поле. Дети должны знать технику безопасности, в общем-то. Ну и, в принципе, площадка пригодна для занятий спортом. Тут удобно обыгрывать об стенку иногда. Впрочем, и депутаты, как выясняется, тоже не прочь размяться. Сейчас футболисты закончат, потому что футбол такой достаточно энергозатратный вид спорта, и начнется баскетбол. А вот в баскетболе, наверное, есть шанс, что я поучаствую. То, что в совхозе не происходило достаточно длительный промежуток времени, а именно вот реконструкция старых объектов, оно свершилось. И здесь, наверное, прежде всего стоит сказать огромное спасибо администрации, которая откликнулась. И свой шанс депутаты не упустили и попробовали свои силы в баскетболе. А руководитель территориального отдела Картинский Андрей Извеков отметил, что работы по благоустройству в поселке продолжатся. Ролевые площадки, да, здесь важны. Ну, сами видите, пятиэтажки, балконов нету, да. Вот, сушить вещи надо. Да, они будут выполнены в этом году. Также посмотрели, где-то спуски для мобильных групп надо поправить. Тоже в этом году выполним. И уже подъем, а также с дурсервисом смотрим то, что мы будем планировать на следующий год в программу благоустройства. Максим Козлов, Елена Кошелева, Видное ТВ.